Христос воскрес. Он умер. Смертью чернь была сыта. Теперь не причинит вреда распятый, просил Иосиф тело у Пилата, и сняли Иисуса со креста. Он умер, и уста его молчат, и жизни больше нет в руках холодных. Он не преломит хлеба для голодных и не направит к детям добрый взгляд. Он умер, торжествуют духи зла, умерший Иисус не страшен бесам. Бессильны люди изгонять их в бездну, та сила с Иисусом умерла. Он умер, некому больным помочь, слепому не открыть глаза для света. Глухонемой не сможет стать поэтом, и вновь на землю опустилась ночь. Истерзанное тело облекли по древнему обычаю в пелены, и в гробе вместе со Христом казненным последнюю надежду погребли. Какая безысходная печаль знать, что он умер и лежит в гробнице, и видеть равнодушных стражей лица и к камню приложенную печать. Кому пришла бы в час тот скорбный мысль, что превратится плач о мертвом в песню, когда из гроба Иисус воскреснет и засияет солнце после тьмы? Всего 2 дня был умершим Христос, а в 3-й день гробница опустела, и там, где мертвое лежало тело, лишь пелены увидеть довелось. И в наши дни спасает благодатью живой Христос. Но враг спешит сказать нам, что это ложь, и силу слов живых он искажает в зеркалах кривых, и говорит лукаво: век 21-й, остался в прошлом Иисус распятый, иссякла воскресенье благодать, ее среди людей не отыскать. И в пелены враг истину упрятал, он хочет снова отослать к Пилату, и ты идешь. С позорного креста снимаешь тело мертвого Христа и обвиваешь чистой плащаницей, и через сад несешь ее в гробницу и камнем старым закрываешь вход, и безнадежно сердце твое ждет. Когда же он воскреснет? У могилы не дни, а годы ты стоишь без силы, не замечая, что свершен обман. Ты стал одним из мертвых христиан. Отдал тебе враг мертвого Иисуса, чтоб ты, как раб, стонал в греховных узах, чтоб радость не жила в твоей груди, и ты томишься без Христа, один, ты плачешь. Но ведь камня нет у гроба, Иисус воскрес, он дал тебе свободу, он жив, отец, учитель, пастырь, врач, ты над гробницей пустой не плачь. Ты оглянись, увидишь, как Мария воскресшего, он знает твое имя. Склонись к ногам Иисуса, о мой друг, и ты узнаешь силу Божьих рук. И в новом сердце сотворит обитель для духа своего живой Спаситель. Ты будешь петь воскресшую душой и скажешь, как с Иисусом хорошо. Он жив, Господь распятый и воскресший. К нему за милостью приходит грешник в лохмотьях жалких. И Христа любовь освобождает душу от оков. Он жив, он прокаженных исцеляет и задержимых бесов изгоняет. Он зрение дарит тому, кто слеп, и умножает для голодных хлеб. Он жив, он над землей и небом властен. И знать Христа живого — это счастье. Воскресший Иисус на небесах, но на земле творит он чудеса. Он жив, источник жизни и блаженства, любовь и сила, мир и совершенство. Такой прекрасный, близкий и родной Господь и Бог наш, Иисус живой. Аминь.